Всех приветствую на моем канале. Продолжаем мы сегодня рыбачить. Недавно опять был зацеп у меня на том же месте, что и во второй серии. И как я не пытался отцепить, не вышло. Видно, сеть все-таки затонувшая, замытая, то, что приподнимается и сразу падает. В итоге вот что у меня получилось. Сломана верхушка у спиннинга. Приманка, естественно, осталась на той приблуде. И хорошо, что сам спиннинг целый. Верхушку, значит, прикупим другую. Стал я в итоге возле нового русла на косе тут. Буду стоять на донке. Сидит у нас в ведре еще три уклейки живчика. Сейчас сплаваю к машине. Возьму три колобахи, поставлю. Пускай живец ловит хищника. Мы будем сидеть по бели. Может, что зловим, может, не. Ни сегодня не наш день. Рыба не ловится толком. Ну, хотя, поглядели, что тут робится у нас на речке. Поехала машина, бус. Видать, тоже рыбаки. Там много приехал кто. Оставлю я тут нашу доночку. Сплаваю, возьму колобахи, брошу. Вот тут возле ямы, чтоб далеко не это. Одна осталась там. Можно будет пешком глянуть, сходить потом. На кормушку что-то, не знаю, уже от минут 10 стоит, ничего нет. В этом месте судаки хорошо клевали. Ну вот, нечем забрасывать вверх. Можно, конечно, дубовый спиннинг взять, для него покидать. Только что уже, думаю, поздновато будет. Туда-сюда, покуда сплаваю, да. Переоснащу уже. 6 часов вечера. Хотя то время нормально, но если солнце было, так она бы клевала, рыба хищная. А вот такую погоду особо хищник вечером не клюет. Короче, будем сидеть по бели. Может, что приплывет с ямы на прикорм. Правда, возле берега тут кустов немного есть. Если что хорошее будем выводить, так неудобно. Но мы с подсакой. Конечно, верхушку жалко со спиннинга. Придется новую брать. Эту-то навряд ли отремонтируешь уже. Хотя если срезать да прикрутить, ну то фигня. Купим новую верхушку, да будем рыбачить. Куплю полегче, чтобы было ножи ловить. С утреца, конечно, погода получше была. Я хотел вечером съездить, вот вечером немного подпортилось. Это вот у нас была дорога тут. Ладно, поплывем за колобахами, заодно и спиннинг сломан и забросим в машину.
Так, ведро оставим. Ладно, забросим спиннинга и все. И возьмем колобахи. После дождей, конечно, течение сильное. Ну, на этом будем заканчивать. Сегодня уже снимать не буду. Думаю, бессмысленной рыбы не будет больше. Поставим так на донки чисто. Отдохну. А то уже надоело плавать туда-сюда. Брошу три колобахи и все. Если что будет, включусь. Сниму сам процесс вываживания. Ну, думаю, по такой погоде навряд ли что-то уже... Клюня у нас нормально, серьезно. Так что всем удачи, всем спасибо за просмотр. До свидания.